Подготовка к учебному году вышла на финишную прямую на всех уровнях. Накануне приоритетные направления в сфере образования были озвучены на традиционном областном августовском педагогическом совещании, которое провел заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. В сфере общего образования в числе приоритетных задач обеспечение односменного режима обучения в школах, участие учебных заведений в независимой оценке качества образования, а также создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями. Одним из определяющих развитие образования документов в Свердловской области станет программа «Пятилетка развития», разработанная по поручению главы региона Евгения Куйвышева, а также отраслевая стратегия развития образования в Свердловской области до 2035 года. В рамках областного педагогического совещания также состоялась работа секций, где обсудили такие важные направления работы, как выявление и поддержка одаренных детей, модернизация педагогического образования, подготовка рабочих кадров для передовых технологий. Отметим, что накануне большая конференция прошла и в Новоуральске. Всего же в этом году в Новоуральском городском округе учебный год начнут 8586 школьников. Среди них 1001 первоклассник. Это с учетом первой и второй школ. В системе образования Новоуральска трудятся 589 педагогов в школах и 778 в сфере дошкольного образования. Те, кто еще вчера ходил в садик уже 1 сентября, станут школьниками. Для будущих первоклашек, чьи мамы и папы работают в полиции, сотрудники УВД устроили настоящий праздник. Это давняя традиция управления внутренних дел. Слово Александре Костроминой. День знаний для сотрудников правоохранительных органов, время повышенной нагрузки. Безопасность шагающих в первый класс мальчишек и девчонок каждый год выходит обеспечивать большинство новоуральских полицейских. Но каждый из них в первую очередь семьянин. Человек, у которого уже есть ребенок или которому только предстоит узнать родительское счастье. А для каждого родителя отвести сына или дочь в первый класс – событие очень важное. В рамках приближающегося праздника в здании межмуниципального управления МВД России по Новоуральскому городскому округу и поселку Уральский было организовано ежегодное мероприятие для сотрудников МВД и их будущих школьников – День первоклассника. У нас есть сестра старшая, которая идет в пятый класс. Сейчас к ее же учительнице идет наш Ванечка, поэтому мы уже готовы и морально. Ну, конечно, снова пришлось все проходить второй раз. Ну, я думаю, что сестра нам поможет в освоении знаний, получении пятерок. Сегодня у нас уже традиционное мероприятие. Проводится оно не первый год по инициативе начальника нашего межмуниципального управления Владимира Анатольевича Ивковецкого. Он предложил, и отделение кадров откликнулось. И вот ежегодно мы детей сотрудников первоклассников провожаем первый раз в первый класс. Устраиваем для них различные мероприятия. Дети получают эмоции положительные, имеют возможность еще раз побольше провести время со своими родителями. Из года в год количество будущих первоклашек меняется. В прошлом году в мероприятии приняли участие порядка 20 дошколят. Сегодня их 10, но это никак не повлияло на атмосферу праздника. Звонкий детский смех, улыбки родителей, веселые игры и большой заряд позитива. Все это было неотъемлемой и самой важной частью мероприятия. Очень весело, все очень понравилось. И дети, и родители участвуют в восторге, если честно. И насмеялись, и напрыгались, и набегались. Наши такие будни, это очень хорошо, что такой праздник организовали и для детей, и родителям тоже есть возможность хоть полчасика провести время с детьми. Мероприятие понравилось, весело, дети довольные, веселые, как бы понравилось. Быть профессиональным сотрудником полиции и одновременно заботливой мамой и внимательным папой – задача не из легких. Но нашим стражам правопорядка это удается. Хочется пожелать родителям первоклассников сил и больше терпения, а будущим школьникам – новых знаний, свершений и побед. Александра Костромина, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания.